Чегось, народ, здорово всем. Погнали далее. Так. По буям. Буям. Так, ну серебряные ключики хоть понаполучаем. Потом, кстати, надо будет посмотреть, сколько у меня вообще этих ключей. Ну, сейчас сначала запоримся где-нибудь. Пока-то мы хорошо проходим. Голову парить не надо особенно. Нам еще подземелье надо поколупать. Хватает делов. Вампиры, кстати говоря, в качестве конницы отстают полнейшие. Не, хотя и могут регенерироваться, но... Не то, что я ожидал, так вот скажу. О, привет, девонька. Сколько у вас там, 6 штук будет или 8? Эльфики. Да, простите. Ох ты ё. Ну, мы сейчас хорошо вторгнемся. Давай-ка, вот это вот я люблю. Просто идеально вторгнулись. По бокам. Так, и открыть. А я тут ничего толкового не вижу. Это галлюцинации, да? Не, мне тут еще прикалывают, еще по карте можно поискать всякие кладики. Это, блин, мягко сказать, полезно. Сейчас меня волнует, правда, прокачка своих доспехов юнитом. Дойти бы до легендарки, вот это было бы классно, если она здесь есть, правда. Я просто не вижу, когда с какими противниками, с какой броней сражаюсь, вот в чем проблема. То, что мне 200 тысяч может победить, мне это не очень нравится. Мягко сказать, не очень нравится. У меня есть зеленый дракон, я хочу остальных драконов как минимум собрать и черепаху. Потому что иначе у меня смысл этой игры и интерес весь теряется вообще в ноль. Замок атаковать. Да, все, свободно. К5 дважды 5, слушай. Почему каждый раз табличка у меня возникает? Правда, это сюжетный герой! А, вот что мне так сил много. Это сюжетный герой, наверное, прокачан хорошо. Прогрели меня еще, спасибо, блин. За добрые слова. Люди добрые. О, он так в открытый сундук стоит, серьезно? Да ладно. Я не понял. Такого я еще здесь не видел. Вот это любопытнее уже. Так, ну здесь мы не прорвемся, там может две, блин, скотина конница. Хотя может сейчас вторую зацепим. Так, вторую. А, о, отлично, мы туда прорвались. Просто шикарно. Так, все. Вот это меня интересует посильнее. А, это груд припасов всего лишь. Блин, это не сундучок, который заныкался, как правило. Отстой, это не то, что я уже дал увидеть тутого седого.
представляю себе в этой игре, как в Marvel, были загрузки по 20 секунд. О, и по 30. Если они по 30 секунд, 5-10 максимум. Ну а где первый удар вообще? Нет. Я не этого ожидал, ну ладно. Влетели-то сейчас. Я вот не понял, они сейчас что, конюх эти, конница разделилась, что ли? Вот и дело. Так, всадничка сейчас еще себе поднатырим. Я не против. Капец, столько конницы. Это звездец какой-то. Нет, конечно, вот эти вот войска, которые бывают нейтральные, встречаются, мне от них аж дурно становится. Я представляю себе такую конницу сделать бы. Ого, я ее прокачивать не готов. Вот это точно. Ну, это очень много. Если даже равными силами пытаться сражаться, ты ни черта не сделаешь. Хотя, может быть, и повезет. Ну, пятерочка это мало. Здесь ты мне что хочешь дать. О, за алмазики спасибо. Хотя я их сейчас коллекционирую, в принципе. Да, алмазы здесь надо для инвентов коллекционировать. Ну, сейчас посмотрим, куда мы сможем протиснуться хорошо. Ибо надо прокачивать броню. Чудо легендарочки найти, чтобы у меня покрасивее наши юниты были. Компанию сможем более-менее адекватнее проходить, кстати. Магия, конечно, нашего главнокомандующего помогает ядрить напополам, я тебе скажу так честно. Кстати, игра обновляется постоянно. Ну, как сказать, постоянно. Стабильно, 1-2 раза в месяц. 1 раз в месяц, 1-2 месяца. И за обновление, когда ты делаешь, дают тебе призы еще и пушники. Много донатерных юнитов видел. Так, красный дракон, черепаха,
черный дракон и еще какой-то мужик на дельфине, то ли на акуле, то ли на карпах. Это вот основные такие донатные юниты, которые меня бесят. О! Спрятался он там. Угу. Шас. Слабенько. Грифончики видно маленькие. Нет, просто их мало. Башня материалов. Бой. А тут мы вроде один должны бой раз выиграть, да? Сейчас посмотрим. Кстати, вот монах исцеляет, я уже давно не видел нормально. Мне герой намного лучше исцеляет. The seed of revenge has been planted. Может, монахи здесь глючили давным-давно. Но вот атакуют они хорошо, я тебе скажу. Вот насчет исцеления как-то хреново. Так. Ну. Ладно, пройдем, потом поймем. Анахи и монахи с конницей в этот раз, и с кем они там будут? А, нет, погоди, с щитовиками, ух ты ё. Редко их так встретишь, но они с конницей. В этот раз с ребятками другими. Поумнее. Да, заливать их гораздо тяжелее. Нет, слушай, я не подхиливаю, потому что не надо. А здесь мы чё, вот это заберем. Peace does not be.
Опа, последняя. О, там пташка летает. Надо бы взглянуть на нее поближе. Так, ну я думаю, 12 тысяч отряд мы сможем пройти. Отстань. Каждый раз высвечивается. Боги, ну, справимся. Ах, тут дракончик, конечно, своим дыханием хорошо зашел. Сюжет-то завершен, вот карта не завершена, уйди нафиг. Не. Так. Давай-ка мы вот пташку пощипаем перышки. Это раз. Ни хрена, она там одна всего, блин, здоровая. Ах, а что-то такая мощная. Охренеть можно. Жесть какая. Эй, давай подхиливай. Мы эту хрень сейчас не одолеем таким образом. Мы не успеваем по времени. Дуречь. Что за бред? Так. Я попробую немного другую компоновку. Чисто войсками ближнего боя. Драконы переставим. Ты-то бред какой-то. И чем, бляха, пробивать-то? Так, во-первых, дракона пихаем сюда. Во-вторых... Щитовиков убираем. Хорош думать так долго, тупица. Ставим атакующего юнита еще. И вот второго. Идем, короче, в бой. Попробуем таким вот макаром. Во-первых, она вперед ее хорошо. Я что-то по дальним боем лучше. Я могу големами воспользоваться, но за големов она убила в первую очередь. Так, знаешь что? Походу нам надо войска дальнего боя здесь использовать. Да, тут в ближнем бою мы хрен тут проблем. Вообще тут. Она только прямо может бить молнии свои, да? Сейчас, блин, короче, подстроим. Ага, понятно. Сейчас, короче, подстроимся. Смотри-ка.
Значит, у нас получается, ее надо атаковать очень довольно-таки аккуратно. Любопытно. Смотри, как интересно даже стало. Вроде все так спокойно быстро проходили, и тут на тебе. Так, этих мы убираем. Этих мы тоже убираем. Нам нужны големы. Кентавры, по-любому. Этого мы ставим сюда. Эту мы ставим сюда. А здесь бы нам вместо конюхов поставить какого-нибудь хорошего мощного лучника. С поддержки его убрать тоже. К сожалению, надо. В принципе, должны справиться. Давай проверим. У нас и войска дальнего боя. Ну, не супер элитный, насчет птицы не соглашусь. Но вампиры довольно живучие. Ну, голема магии. Немножко до фонаря. Бойца не я. У меня почему-то один отряд почему. А, вампиры, вампиров надо будет. Хотя вампиров тоже убирать можно. Не, ну мне тут явно ДПС не хватает, это трындец какой-то. Пиздец. Фигуги называется. В принципе, ну тактику-то я понял, но... Тактика тактикой, блин, да тут половину я не успеваю снимать, это... Блять, это чем эту хренотень побеждать? Может, нам надо здесь кого-то прибить пораньше, чтобы ее как-нибудь ослабить? Да, но я тут больше никого не вижу, одно масенькое но. Начнем с этого. Ой, да уйди ты, блин, я не нажимаю тебя. Так, ты мне не нужна. Здесь осталось-то фиг да нифига реально. То есть... Завершено, 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 завершено. Спрятанная награда. Спрятанная награда, скорее всего, где-нибудь в лесу будет, да? Где их спрятано, так все равно тот сундук был не с этой наградой, ну ясно. Где ее можно спрятать здесь? Так, вот это интереснее уже. Давай по лесам сейчас. Прощелкаем здесь, найдем. Что еще можно сделать? Это мне хренотень не помогла. Это удивительная рядом. Спрятанная награда. Она не то что спрятана, она что-то перебор спрятана. Так, ну давай посмотрим поподробнее. Я увеличение сделал, кому интересно. Сейчас будем зыбать. Даже с увеличением я толком ни хрена не могу. Уйди нафиг.
Так, здесь нет ничего точно. Как будто что-то есть. На самом деле ничего нету. Еле-еле его можно было там заметить. Ну ладно. Так. Ну да, владыка небес. Хитрительно влево его. Ну, я не знаю даже, как с ними справляться, если честно, вот так вот. Это, блин, тычка слишком мощная. Новая глава сейчас здесь все войска переставлять, блин. Тоже не веселая тема. Тут уже плюс один идет. Не, ну птичка, конечно, да, я бы не вернулся. Пинка бы дать. Перья пощипывать нафиг. Слопная хренотень-то, блин. Мягко сказать, злобная. Так вот оставлю. Так, ты иди сюда. Я вообще-то сказал, иди сюда. Вот я сейчас тупо сделал. Ой-ой-ой-ой. Только не говори, что все опять вернулось на круги своя. А, да нет, нормально. Сохранилось. Я тебе сюда переставлю для эффективности. Не, ну конечно, тот повелитель небес — это неплохой божок такой. Чем его реально-то одолевать? У меня столь мощных юнитов дальнего боя, да нет, ни хрена. Я даже, честно говоря, не знаю, чем тут подзакинуть дядьку. Мне как-то прокачаться будет ядрить напополам. Нет, слишком крутой эту птичку сделали. Чересчур. Да, я ее долго буду вспоминать, потому что такое не забывается. Ну вот, кстати говоря, по поводу этого. Вот меня примерно так же другие игроки с интересными юнитами сбивали. Точно так же, знаешь, как паршиво, как чпок-чпок. Ну, хрена уж, удовольствия от этого никакого. Ну, по крайней мере, мне. Когда у тебя сил в два раза больше, блин, на тебя там, как щегла, порошок стирает. Их странно очень. Почему-то вся конница, вот, и вся моя, она на черепаху утвагрилась. То есть, там утвагрится на черепаху, пытаются ее раздолбить. А остальные пока там мучники меня там тихонечко... стрелами на шпигу, вот, вообще обалдеть. Интересное построение. Мне второго зеленого дракона. Вот было красиво там. Два шлейфа. Яда положить его. Not being in peace.
там вот такое я вижу. Конюшня кентавров. Тоже не спряталась, называется. Оп, оп, нифига. Эти клады, конечно, тоже еще то приключение. Лучники, надеюсь, здесь не такие же, как эти птички, пташки, птенчики, блин, ядрите пополам. Ими лучниками будет тяжело справиться. Без поддержки лучники это немножечко слабенькие войска, как бы, да? Довольно любопытная расстановка. Я вообще думал с привиденчиком повоюю, не вышло. Что-то есть, кажется. Конницы. Ага. Не очень мне нравится, когда ИИ может использовать одинаковые типы войск. Четкая победа. Вот здесь ничего нету, да? Ты у нас страж. Звучит гордо. Опять с мечниками. Готово. Так, народ, ну что ж, на этом я закончу. Продолжу в следующих сериях. Всем удачи. Всем пока. Но птичку я эту точно запомнил надолго.